Череповце проходит первый из двух финальных туров чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги Б за 7-12 места. Играют команды, которые на первом этапе в своих региональных группах заняли 3-4 места. Соперниками «Северянки-2» стали «Искра» из Самары и «Талмас» из Ижевска, «Обнинск», «Юность» из Красноярска и «Читинская Забайкалка». Если мы играем вместе с ними, а сами считаем себя достаточно сильными, значит, соперник тоже сильный. Команды не очень сильные, и поэтому нужно играть в свое удовольствие, что-то делать, комбинации всякие, учиться больше. И таким командам есть чему поучиться, потому что нельзя расслабляться, и в любой момент может не пойти игра, и нужно собраться и до конца бороться все равно. Александра Борисова могла сейчас отправиться на чемпионат Европы в Голландию в составе молодежной сборной России. Однако тренерский штаб предпочел взять других девушек, среди которых, впрочем, 5 череповчанок. Но и без них «Северянка-2» в стартовой игре без лишних трудностей разобралась с «Забайкалкой» 3-0. Тем не менее, даже такие игры добавляют молодежи опыта, как и весь этот сезон в целом. Не удалось, конечно же, зайти в финал, играть за первые места. Но многому научились, команды были сильные, слабых не было. В первом туре команды сыграют каждый с каждым на череповецкой площадке, а итоговые места в таблице определятся по итогам двух туров. Владимир Сентябрев, Виталий Присмотров, новости.